Для родителей Кирюши Петрова наступают тяжелые времена. Малютка в реанимации Морозовской больницы Москвы. У него лопнуло легкое, денег на дорогостоящий препарат собрано около трети, но волонтеры не теряют надежды. Импровизированную стойку для сбора средств они установили прямо на площади Победы. Ждут отклика ежедневно, до 10 вечера. В первую очередь нам нужна помощь, наверное, все-таки в количестве волонтеров. Нам нужны волонтеры. А также информационная поддержка – это самое главное. Потому как узнает больше народа, естественно, что сбор движется намного активнее. Прямо во время интервью неравнодушная рязанка сделала благотворительный взнос, но засмущавшись, долго говорить не стала. Ну, надо помочь, решил пожертвовать, сколько могу. На сегодня собрано около 27 миллионов рублей из 150. Нет, вы не ослышались. Препарат Золгенсма самый дорогой в мире, но в то же время единственно спасительный от спинномышечной атрофии. Реально препарат этот помогает, то есть он заменяет у ребенка сломанный ген, и ребенок, как и все остальные, начинает развиваться, расти, жить. В том-то и смысл, что получается, что у такого ребенка с диагнозом СМА все-таки есть цена его жизни. Это 150 миллионов. Есть тут, правда, один нюанс. Сбор необходимо закрыть как можно быстрее, потому что после исполнения ребенку 2 лет введение препарата считается бессмысленным. Он не дает нужного результата. И, кстати, каждая благотворительная копейка отражается на специальном открытом счете. У нас есть все документы, которые необходимы для предоставления тем людям, которые не верят. Но у нас волонтеры раздают такие листовки, где с обратной стороны у нас записана краткая информация о Кирюше, да, там откуда мама, что она с Шацкого района, что это, естественно, наш земляк. И также мы сделали QR-код, то есть люди могут отсканировать его и напрямую перейти на страничку в Инстаграме, где предоставлена вся информация, которая их интересует. Эти благотворительные пластиковые короба на площади Победы будут стоять до 4 июля. Время сейчас работает против. С каждым днем шансы на благоприятный исход этой чудовищно несправедливой истории все меньше. Но у вас еще есть время все изменить. Максим Васильев, Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».